Доброго времени суток, уважаемые рыболовы! В этом видео я хочу вам рассказать, как лично я усовершенствовал и применяю уже долгое время такую знаменитую оснастку, как сплитшот. Вы, надеюсь, о ней слышали, тоже применяете в ловле окуня. Значит, эта оснастка что собой представляет? Это оснастка, она относится к типу разнесенных оснасток, то есть груз и сама непосредственно сам воблерок, либо твистер, либо виброхвост, он находится на некоторой дистанции друг от друга. Вот. Сейчас я вам расскажу, как можно его усовершенствовать, эту оснастку. Берем чебурашку, привязываем к одному ушку нашу мононить. Мононить можно брать диаметра 1, 1 и 2. Значит, дальше берем такой стопорочек, оливочку. Натягиваем. И я использую такой вот отводник металлический. Можно брать также трубку. Так, пропускаем. И закрепляем еще одной оливочкой с другой стороны. Что у нас получается? Наш отводник, он движется. То есть его можно передвигать, устанавливать на то расстояние, то есть на ту глубину, на которую вам удобно. И на втором конце, так же как и в классической оснастке, сплитшот ставится либо виброхвост, либо твистерочек совсетником ставится для того, что это получается не зацеплялка у нас, а на втором у нас отводнике тоже ставится, значит, поводочек длиной около 10 сантиметров, и вы ставите уже то, что вам нравится, либо еще один твистерочек, либо виброхвост, либо там какую-то колебалочку, вертушечку, все что вам, что вы захотите. Таким образом вы этим твистерком вы пробиваете дно, а этим уже на более, как бы, ну, немножко более высокой глубине работаете одна, сколько вы поставите над этим, как бы, регулятором. Вот, значит, что еще хотел сказать. Если сильно там дно в таком, в листве, в иле, для того, чтобы не собирать эту всю грязь на свой крючочек, значит, можно поставить пенопласт. Вот здесь вот. Здесь поставить кусочек пенопласта, вырезать, его поставить внизу. Таким образом он будет приподнимать ваш крючок и вашу, как бы, вашу наживочку над дном. И таким образом не будет собираться вся грязь. Вот. Значит, офсетник обычно, как бы, монтируется и запускается жало на пару миллиметров в сам твистер. Вот. Значит, это не мешает тому, что рыба засекается сама, но и оберегает также от того, что будете зацеплять листву и траву со дна водоема. Вот, ну, как бы, и все. Вот такая получилась хитрая оснастка, то есть сплитшот по-новому. Всем хороших уловов, трофейных рыбалок.
Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.